Слет волонтеров Победы состоялся в Севастополе. В прошлом году, к 70-летию окончания Великой Отечественной, участниками всероссийского движения стали более 1000 учащихся и студентов города. Добровольцы встречались с ветеранами войны, проводили памятные мероприятия и ухаживали за безымянными могилами. Юбилей прошел, однако свою деятельность волонтеры продолжат. В следующие годы данное движение будет набирать обороты, и ребята будут вовлечены в мероприятия, связанные с Великой Победой, с подготовкой к празднованию, с уходом за объектами культурного наследия, с сопровождением социального ветеранов и многом-многом другом. Новым направлением деятельности движения станут и всероссийские исторические квесты, посвященные главным битвам и победам Великой Отечественной. Этот проект позволяет не только вспомнить факты и имена героев, но ощутить атмосферу военных лет, сделать историю по-настоящему живой для молодежи. Первый такой квест уже состоялся, он был посвящен освобождению Ленинграда от фашистской блокады.